дружеских отношениях США и России. Мутко назвал фантастическим обновленный стадион «Лужники». Далее подробности. Тем вечером стало известно о гибели Бориса Ноткина. Тело известного телеведущего обнаружили в Подмосковье. По данным источника ТАСС, в полиции он покончил жизнь самоубийством, а причиной стала тяжелая болезнь, четвертая стадия онкологии. Ноткин оставил предсмертную записку. Официальных комментариев пока не поступало, в частности, не называется имя погибшего. В то же время в МВД и Следственном комитете подтвердили, что найдено тело мужчины. В августе Борису Ноткину исполнилось 75 лет. Он дважды был финалистом премии ТЭФИ в номинации «Лучший ведущей публицистической передачи». Суд в Ижевске арестовал на 2 месяца обвиняемого по делу о взрыве жилого дома. Александр Копытов в ходе заседания частично признал вину. По данным следствия, он намеренно отсоединил шланг от газовой плиты, тем самым спровоцировав взрыв, после чего скрылся из квартиры. Также выяснилось, что ранее этот человек употреблял наркотики и вел асоциальный образ жизни. Ему предъявили обвинение в убийстве 2 и более лиц. Суд заочно арестовал бывшего владельца закрытого в Москве черкизовского рынка. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Эльмана Исмаилова. По словам Марины Русаковой, решение об аресте было принято еще 30 октября, а на 15 ноября уже назначено рассмотрение апелляционной жалобы. Исмаилов объявлен в международный розыск. Обвиняют его в организации 2 убийств, а также в незаконном обороте оружия. Бизнесмен вину отрицает. Трамп обвинил демократов в плохих отношениях с США и Россией. Об этом президент заявил, отвечая на вопросы журналистов из своего пула. По словам Дональда Трампа, именно демократы раздули скандал с так называемым российским вмешательством в американские выборы, и это мешает наладить отношения с Россией. Трамп заявил, что он предпочитает обсуждать с Владимиром Путиным такие вопросы, как КНДР, Сирия и Украина. Турция приобрела у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом сообщил министр обороны Турции Нуреддин Джиникли. По его словам, дело завершено. Напомню, еще в сентябре президент Эрдоган говорил, что Анкара подписала с Москвой соглашение по С-400, и задаток уже внесен. По данным ТАСС, сумма контракта с Турцией превышает 2 миллиарда долларов. Мутко назвал фантастическим обновленный стадион «Лужники». Арена прошла проверку лучше, чем сборная России, считает вице-премьер. Сегодня россияне проиграли аргентинцам 0-1. Для «Лужников» это была первая игра после почти 4-летней реконструкции. В марте там пройдет контрольный матч «Россия-Бразилия». Ну а сегодня на трибунах было 78 750 зрителей. Таким образом, установлен рекорд посещаемости домашних матчей сборной России. Официальные курсы валют. Доллар до понедельника 59 рублей 28 копеек, евро 68 рублей 98 копеек. Новости пока все. Сергей Ясин. Все, что важно. Каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Sport.fm. Ну и о погоде. В Москве сейчас по-прежнему около 5 градусов тепла. Местами идет слабый дождь. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра. А предстоящую ночью также не исключены небольшие дожди. Столбики термометров покажут от 3 до 5 градусов выше 0. Завтра днем тоже не обойдется без дождей. Воздух может прогреться до 7 градусов. Ну а ветер завтра будет дуть с юга. Спортлайф следит за спортом. Это программа выходного дня Спортлайф. Меня зовут Роман Щерба. Время московское 20 часов 4 минуты. Эмма Гаджиева в этой студии. Эмма, привет. Всем привет, друзья. 8 часов вечера. Не пугайтесь, что я здесь. Это не утреннее шоу, все в порядке. А что означает, что вот если я пришла, то что вот может быть в эфире в выходной день? Конечно же, любимое вами всеми фигурное катание. Мною в том числе. И в этот раз я не одна, чему я очень рада. Я с удовольствием вам представляю наш танцевальный дуэт. Бронзовые призеры чемпионата Европы, чемпионы мира среди юниоров, вице-чемпионы страны в танцах на льду и кандидаты в Олимпийскую сборную России Александра Степанова и Иван Букин. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, девочки и мальчики. Почему? Такие юные.
юные, прекрасные. И сколько всего они уже добились к своему юному, как ты заметил правильно, Рома, возрасту. И я хочу отметить, чтобы наши слушатели еще больше ценили приход Александра и Ивана к нам в эфир. Дело в том, что сейчас самый разгар сезона, идут этапы гран-при, и вытащить фигуристов куда-то на интервью – большая проблема. Вы молодцы, вы пришли, спасибо вам большое. У вас завершился московский этап, довольно удачно, бронзовые награды, мы вас поздравляем. Следующий этап когда? Когда следующее соревнование? Спасибо большое за поздравления. Следующий этап мы улетаем 15 числа во Францию. Очень хотим уже на самом деле поехать поскорее бы там очутиться. Не были никогда во Франции? Были. Нет, дело в том, что просто ребята с бронзовой наградой гран-при Москвы имеют все шансы попасть в финал гран-при впервые в своей жизни, во взрослый, да, финал гран-при. Что для этого нужно? Для этого нужно откатать чисто, показать все на максимум и бороться до конца, наверное, именно во Франции там. Насколько там вообще сложный состав и реально ли там попасть в тройку? Очень серьезный состав. Вообще там топ фигуристы идут. Вот. Так что будет очень сложно. Ну, мы вас верим. Что касается... Эмма больше всех. Давай, знаешь, что мы сделаем? Да, конечно. Мы скажем, что у нас работают телефоны прямого эфира, и вы можете задать вопрос Александре и Ивану. 495-276-1932, 276-0932. На страничке ВКонтакте здесь есть анонс нашего с Эммой эфира. Прекрасная фотография Александры и Ивана. Я, честно говоря, не сразу признал, что это вы. Вот. Выбрали самую эротичную и сексуальную фотографию наши редакторы. Какие есть? Я думаю, что это Эмма постаралась тоже. Отчасти. Нет, на фотографии старались Александра и Иван. Я ее всего лишь выбрала. Проще говоря, под этой фотографией вы можете тоже свои комментарии оставлять и вопросы нашим ребятам, нашим сегодняшним гостям, на которые они с честью, думаю, будут отвечать. Вайбер, ватсап 8-925-4-2-93-2. Сюда тоже можете писать свои вопросы. Ребят, сегодня такой день, футбольный матч Россия-Аргентина, из-за чего вам пришлось, видимо, каким-то объездами добираться до нашей студии. Здесь все вокруг перекрыли, потому что мы находимся рядом с Лужниками. Вы вообще как-то следили за матчем? Вы вообще следите за футболом или за чем-то еще? Конкретно за футболом нет. Я люблю больше хоккей смотреть. И, ну, как бы не могу сказать, что я в нем разбираюсь как-то. Просто мне нравится за этим наблюдать, потому что там какое-то... Не знаю, более, что ли, активное движение происходит. Ну, потому что площадка обычная, а футбольное поле, оно огромное, и мне немножко просто бывает скучновато на это смотреть, наблюдать за этим. Поэтому я предпочитаю хоккей. Очень правильный ответ, Дима. Я полностью согласна, Иван. Я тоже больше люблю хоккей. Я не знаю, это как-то ближе мне по духу. Коньки и более эффектно. Коньки, лед, борта. Да, вот, так что я... Очень люблю хоккей, но футбол только если какие-то огромные, ну, матчи, то есть там вот как сегодня, конечно, но я сегодня не смотрел. Ну, а вообще сам играешь в хоккей на тренировках, потому что это ведь... Нет, нам нельзя. Как ну, это? Так опасно, вдруг что-то произойдет. Все-таки в хоккей играют в какой-то защите, там да. У них огромные вот эти вот костюмы их, а если мы будем играть в хоккей, то я думаю, что мы не доживем до первого старта. Нет, все-таки я знаю, что вот, например, на сборах фигуристы часто играют в футбол. Ну вот ребят там собираются. Ты принимаешь участие вот в таких турнирах? Я один раз в детстве поиграл в футбол, растянул себе лодыжку и больше после этого не играю. Больше так не нужно. Да. Вы кандидаты на попадание в сборную на Олимпийские игры в Корее. Сейчас вообще такой олимпийский сезон, и для многих фигуристов он начался, к сожалению, как-то не очень хорошо. Там Юдзуру Ханю пару дней назад травмировался, снялся с этапа гран-при. Евгения Медведева, за которой мы все очень болеем, упала там в произвольной программе, чего она не делала вообще там никогда. То есть то, как падает Женя, многие из нас до этого никогда не видели. Вот для вас старт олимпийского сезона, он как-то чем-то отличается? Вот предыдущих? Честно говоря, пока что мы не чувствуем какой-то такой нагрузки в плане давления какого-то на нас, потому что, наверное, пока не пройдет чемпионат России, я думаю, что мы этого не почувствуем. Сейчас мы работаем
Мы просто работаем, стараемся сделать все, что от нас зависит, все, что от нас ждут тренеры. Это самое главное для нас. Потому что только они видят нас на тренировке, и только они могут видеть, как мы можем кататься. А что касается конкуренции вот внутри страны, раз уж заговорили о чемпионате России, например, в женском одиночном катании у нас там 3 квоты, но на эти 3 квоты претендует человек, ну, 10, mm-hmm. а то и больше. Вот в танцах на льду у нас квот еще меньше, всего 2 пары могут поехать в Корею. Как там обстоят дела, сколько у нас танцевальных дуэтов и какова вообще конкуренция? У нас очень сильный состав сейчас, ну, в сборной, то есть это 3-5 где-то пар, которые очень серьезно претендуют на борьбу в стране, то есть на чемпионате России, так что это будет очень интересный старт вообще во всех видах. То есть не только в одиночном, но и в танцах, и в, ну, и мужчины парах, вообще, да, оживились в этом сезоне. Да. Не было их 3 года в этом году. Прямо Миша Коляда, да, первый, и Сережа Воронов сегодня золото взял, с чем мы его поздравляем. Еще у меня будет вопрос по поводу состава в танцевальных дуэтах, но у нас есть звонок. Дозвонился нам Дмитрий, давайте его поприветствуем. Добрый вечер. Добрый вечер. Здрасте. Дмитрий. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я приветствую Ваню, Александру. Хотел бы задать вопрос. Нам ждать олимпийских медалей? Конечно, Дмитрий. Можно я за ребят отвечу? Естественно, ждать. Естественно, ждать. Вы знаете, вначале надо откатать чемпионат России. Вот, и как бы, или вы в общем имеете по фигурному катанию вопрос? Да нет, я думаю, что к вам лично. Слушай, я большой вас поклонник. Я болею за вас вместе с вашей мамой и с вашим папой. А-а-а. Личные фанаты у вас, Иван и Александр. Спасибо большое, Дмитрий, за этот телефонный звонок. Что насчет медалей? Ну что насчет медалей? Давайте возьмем в общем. Вот танцевальные дуэты из России. Вот в той конкуренции, которая сейчас неимоверно велика в танцах на льду во всем мире, вот у нас есть шансы? Шансы есть всегда, мне кажется. Вот. И все будут бороться. То есть это спорт, и может быть любая ситуация, ошибка даже самого профессионального спортсмена. И... Ну, по-разному, мы не можем вам точно сказать, как все будет, но будут бороться все, и наша страна, я уверен, что составит очень большую конкуренцию во всех видах спорта на Олимпийских играх. Что, Эммочка? Мне показываешь пальцы. Ну, давай дадим слово Марии Терской, конечно. Марии Терской, и прям хочется дать ей слово. Ой, да, спасибо большое. Так вот, я хочу зачитать мнение полузащитника сборной Аргентины Анхеля Ди Мария, который он высказал после матча со сборной России. Напомню, что контрольная игра состоялась сегодня в Лужниках. Завершилась она со счетом 1-0 в пользу аргентинцев. Так вот, что сказал Ди Мария. Мы одержали очень важную победу для дальнейшего развития. Провели неплохой матч, который завершился нужным результатом. Нужно привыкать к разным стилям разных команд, которые будут на чемпионате мира. Понятно, что это не такой высокий уровень, как, например, Германии, но все же, заявил Ди Мария. Далее о баскетболе. Казанский Уникс одержал победу в матче Единой лиги ВТБ с арабским Автодором. Эта встреча проходила в Казани. Завершилась она со счетом 89-82 в пользу хозяев паркета. Валтери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Бразилии. Вторым финишировал Себастьян Феттель. Ну, а третьим был Кими Райконен. Что же касается чемпиона Льюиса Хэмилтона, то он из-за аварии не смог завершить квалификацию 19-го этапа чемпионата мира. Ну и в заключение я напомню о том, что хоккеисты сборной России сегодня одержали первую победу на стартовом этапе Евротура. Он проходит в Финляндии, и наша сборная обыграла команду Швейцарии. Я бы даже сказала, разгромила. Эта встреча завершилась со счетом 6-2. Отлично, спасибо большое, Мария Терская. Мы продолжаем прямой эфир на Спорт-ФМ. Эмма Гаджиева, я Роман Щерба и 2 наших сегодняшних гостя. Танцевальный дуэт Иван Букин и Александра Степанова. Саша родилась в Санкт-Петербурге, если не ошибаюсь. Вань, ты в Москве? Да. Как вы соединились? Это смешная история, на самом деле. Отлично, мы любим смешные истории, особенно Эмма. Что она делает в утреннем эфире? Смеется, правильный ответ. Ты молодец. Да? Садись, получи конфетку.
Ну, как мы встретились? Все в начале спортивной карьеры начинают с одиночного, естественно. Ванька уже успел покататься с какими-то партнершами. С Еленой Ильиных? Да. Да, в том числе. Вот. Потом мы долго не могли найти партнершу, и наш общий друг прислал диск, точнее, привез диск Ваниным родителям с моим катанием. Вот, и Ванькины родители посмотрели, я им понравилась, и я приехала, в принципе, в Москву. Когда мы смотрели диск, когда Саша падала на прыжках, мы были все так рады, потому что наконец-то нашлась девочка, которая шикарно катается, с шикарной фигурой, и она падала, что мы точно знали, что она к нам приедет пробоваться, что у нас все, может быть, сложится в тот момент, так что мы все смеялись и радовались, когда Сашка падала с прыжков. А Ванины родители, на секундочку-то, не просто так, да? Ваня у нас из более чем спортивной семьи, отец, наш великий фигурист Андрей Букин, олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира в паре с Натальей Бестемьяновой, тоже танцы на льду. Это ответ Захару ЦСКА, который написал в WhatsApp: фамилия Букин очень известная в фигурном катании. Имеет ли Иван отношение к известному фигуристу? Имеет, более того, прямой. У нас есть еще один звонок. Наш постоянный слушатель зовут Дмитрий. Сегодня вечер Дмитриев. У нас добрый вечер, Дмитрий. Да, добрый вечер, Санечка, Ванечка. Добрый вечер. Да-да-да, так с юмором. Ребят, вы замечательная пара, отлично катаетесь. Ром, Эмма, вам добрый вечер. Добрый. И вам. Хочу сказать, вы на ребят особо пока не напираете. А то Саша смущается. Ребят, вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а над чем вы больше работаете в своих программах? Над дорожкой шагов, над каскадами, над твизлами, над поддержками? Вот над чем больше акцент? Вы очень органичная пара. Спасибо большое. Правда. Спасибо вам огромное. Наверное, я скажу так, что в начале сезона, когда идет постановка программы, когда она уже поставлена, мы, наверное, больше уделяем время технике, чтобы было уже потом проще как-то складывать общий такой спектакль, общую картинку. И когда техника уже выучена, то на это накладываются, естественно, эмоции, отношения. То есть это должно быть как... Ну, наверное, спектакль, не знаю, для меня, я вот не могу больше, наверное, ничего сказать, но это вот должно забирать зрителя, и поэтому мы работаем больше над эмоциональной частью программы. А как вот вообще многие наши слушатели там не понимают, вот танцы на льду, вы вот вроде едете все, катаетесь, танцуете, то есть в одиночном катании все понятно, прыгнул, больше прокрутил, получил баллы, молодец, аплодисменты, вот медаль, да, а вот в танцах на льду, вот как понять, кто лучше? Ну, кто лучше в все плане молодцы. Места, решают все же судьи, но... Если зрителей спрашивать, то, наверное, если вам нравится, да, вас забирает это, то есть некоторые, да, даже встают, аплодируют, кто-то даже плачет, то это на самом деле победа лично для нас с Ваней, то есть когда зрителя вот так захватывает, он сопереживает всю, вот абсолютно от начала и до конца всю программу, то это высокий класс. А вот вы сами понимаете, там, например, вот судьи выставляют оценки, понятно, твизлы, то есть там параллельно, это даже мы видим, то есть твизлы, я сейчас объясню нашим слушателям, это когда спортсмен быстро-быстро крутится, но при этом не стоит на месте, а продвигается. И, к слову... Важная информация. Очень важная, чтобы человек понимал, что он такое сделать не может, например. Вот Александр и Иван, к слову, являются создателями уникальных твизлов, они вращаются, ну, я не знаю, как это объяснить, в положении сидя. Объяснят. Да, объясните, как вы вообще. Но в фигурном катании это называется пистолетик. И кто это придумал? Кто это придумал? Мы придумали это вместе тогда с Ириной Владимировной, когда поменялись правила, немножко усложнили твизлы, и мы решили сделать что-то новое, вот, и Ирина Владимировна мне сказала: Ваня, а сделай пистолетик. Вот, пистолетик, да, только в продвижении. Ваня, естественно, сделала, Саша так посмотрела на него и подумала, как она оттуда встанет. Но как-то на удивление, я сделала... Лучше Ваня. Да. Нет, не лучше Ваня. Сейчас, да. Но
Я думала, что мне понадобится намного больше времени для изучения этого элемента. Ну и судьи тоже не понимали. На первом старте вам не засчитали, да, по-моему, их? Или что-то первый такое было? Поставили. Да, первый уровень нам поставили за эти твизлы. Но там... А вы им потом сказали, идите сами сделайте. Попробуйте встать отсюда. Ребята, если мы заговорили об оценках каких-то, после того, как вы выполнили свой прокат, вы уже понимаете, на что примерно рассчитываете? Уже есть ощущение того, что вот сейчас очень круто сделали, или не очень, или где-то что-то не получилось? Но сразу ну, после примерно проката... мы можем понять, наверное, как мы откатали. То есть бывает плохо, нормально, хорошо, отлично. Вот. Но точные баллы вам сказать, ну нет, конечно, мы не знаем как. Потому что... некоторые элементы в технике ты за всем не успеваешь следить. То есть ты пытаешься эмоционально отдаваться, и мышцы работают на автомате по техническое выполнение. Вот. Так что там тяжело прям конкретно что-то. У нас, да, у нас есть такие две оценки явные, которые мы сразу же, да, можем почувствовать. Это зрители, трибуны, да, и наши тренеры, когда мы к ним подъезжаем после проката. Вот это две оценки, которые мы сразу можем понять и принять. А то, что там уже поставят судьи, это их работа. Давайте назовем ваших тренеров, им будет приятно, скажем им спасибо. Да, это Свинина, да. Александр Васильевич и Жук Арина Владимировна. Это наши два основных тренера. Спасибо им огромное. Также у нас самые замечательные наши тренеры. Отличная команда. Вот, Самарская Алена Игоревна, потом Михаил Евгеньевич. Воинов. Ванька Волобуев. Их очень много у нас. Очень много, да. И на самом деле реально очень хочется сказать огромное спасибо всем-всем, потому что у нас сейчас собралась прям команда. Вот. А кто содержит эту команду? Содержит в каком плане? В прямом. Финансово. Что они вами занимаются? Ну, это работа федерации, то есть они предоставляют всех специалистов. То есть это их, я так понимаю. Все, что нужно спортсменам. Да, если ты находишься в сборной, то... Нам помогает, как бы, сборная, вот, и тем самым, как бы, предоставляет. Это врач, массажист, тренеры, хореографы, какие-то еще специалисты по поддержкам, по бальным танцам лично в этом сезоне. И все не зря, хочу сказать, потому что вы на каждом старте увеличиваете свой личный рекорд по баллам, но в то же время, например, на дебютном чемпионате Европы вы были третьими, а дальше пятыми. Но при этом личный рекорд, он увеличивается. Как это происходит? Это соперники шагают двухметровыми шагами, а вы не успеваете? Или почему? В любом случае все работают. И, может быть, это как бы тоже есть в этом причина, что где-то это... Ну, то есть это наше упущение. То есть все работают, и кто-то, видимо, работает больше. И... Я думаю, что не совсем в этом причина, просто старт, от старта к старту, но нельзя их сравнивать. То есть это абсолютно разное, вообще может быть даже, ну, во-первых, разное судейство, вот, и, в принципе, вообще разная ситуация. Поэтому можно быть третьим, можно быть пятым. Напомню, первым. Что у нас в гостях бронзовые призеры чемпионата Европы, вице-чемпионы страны в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин, Эмгаджиева, я Роман Щерба. Вы слушаете Спорт-ФМ. Телефон прямой эфир. Давайте еще раз напомним. 495-276-1932, 276-0932, Вайбер, Ватсап, 8-925-42-93-2. Добрый вечер, Роман, Эмма и гости. Вопрос, почему фигурное катание так непопулярно в России? Это вы что-то сейчас попутали. А ну-ка расскажи нам, мамочка, как прошел первый этап в Москве. Вы знаете, трибуны на этапе Гран-при в Москве на зависть очень многим нашим футбольным клубам были забиты все 3 дня. Поэтому о том, что фигурное катание не популярно в нашей стране, я абсолютно не согласна. Я зачитаю вопрос от слушателя Андрей Чижик. Его написал. Ребята, мы за вас болеем, вы наша надежда в спорте. Смотрели ли вы выступление Сергея Воронова, за которого я болею уже много лет. Поздравляю с блестящей победой на этапе Гран-при в Японии. Сережа, молодец. Вообще, следите за выступлениями? Конечно, поздравляем следим. Сережу, да, во-первых. Поздравляем. Он молодец. Я смотрел и короткую, и произвольную. Он откатал их чисто, с эмоциями. То есть это очень круто было. За кого еще болеете вот в нашей команде? И удается ли во время там соревнований, когда вот в той же во Франции? Или сидеть на трибунах, болеть за своих? Или все эмоции, или полностью сосредоточены только на своих выступлениях? Ну, если кто-то из ребят выступает уже после нашей программы, то да, мы можем сходить посмотреть, поболеть. Это очень классно на самом деле. Ну, отдельно за кого-то переживаете, вот как за Сергея Воронова?
Не знаю, я не могу сказать, что за кого-то я отдельно переживаю сильнее, за кого-то за всех переживаем. Если смотрим вот так вот вживую на льду, за всех невозможно не переживать за своих ребят. Хорошо, с кем больше общаетесь тогда? Наша пара поехала сейчас вот в Японию, они заняли 3-е место, это Лёшка Роганов и Кристина Астахова, вот за них болеем очень. За Ксюху с Федей тоже болеем. Ксения Столбова, Фёдор Клин, да, они с серебром возвращаются из Японии. Вообще шикарные программы у них, я в восторге. Да, очень стильная пара, и у нас есть еще один звонок. Игорь дозвонился. Доброе утро, доброе утро, добрый вечер. Доброе утро, да, добрый вечер. Большой привет Александре, Ивану и ведущим. У меня вопрос такой, вот у вас, наверное, очень много костюмов, и на заказ шьется. А что с ними происходит, с этими костюмами? Спасибо, Игорь. Спасибо. Интересный вопрос. Интересный вопрос. Костюм один. Парируйте, ребят, что меня. Происходит? Да. Что происходит? Где на костюмы? Самом деле, нам недавно задавали такой же вопрос, и очень жалко, что их нельзя их всю жизнь, я не знаю, носить, но... Но... Что с ним? Кто может, какие-то костюмы идут на показательные выступления, какие-то могут продаваться, то есть... Но в основном какие-то просто они... отдаем молодым парам, которые нашим, вот, из группы. Так что это... Ну, в основном они все висят дома в шкафу и... Просто интересно, как память. Насколько молодым парам, что они таких же пропорций, как и вы. А вот, вы знаете, есть такие пары, да? Молодые. Нет, у нас вот есть парочка, которой, ну, вот девочка, я отдала ей свое платье. А вот, ей очень хорошо, то есть ей ничего вроде бы не ушивали. Ей 13. Нет, ей не 13, но... 13,5. Я напоминаю, что у нас в гостях наш танцевальный дуэт, фигуристы Александра Степанова и Иван Букин. Как-то очень быстро пролетела первая часть эфира, поэтому мы скоро вернемся. Сейчас ненадолго мы вас покинем, послушаем новости. Ну а вы пока готовьте свои вопросы нашим гостям, мы их обязательно зачитаем, ну а ребята на них обязательно ответят. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: что такое хорошо и что такое плохо? Но дожать! Матч России-Аргентина прошел без ЧП. Об этом рапортует столичное МВД. На трибунах Лужников сегодня было 78 750 зрителей. Это стало рекордом для домашних матчей сборной России. Ее экс-наставник Валерий Газаев считает, что для болельщиков сегодня был настоящий футбольный праздник. Ну а для самой команды эта игра стала одной из лучших по качеству. Аргентинцы сегодня выиграли со счетом 1-0. Гол на 86-й минуте забил Серхио Агуэро. Трагедия в Подмосковье. Там найден мертвым известный телеведущий Борис Ноткин. В МВД и Следственном комитете имя погибшего не называют, но подтвердили, что мужчина свел счеты с жизнью, применив ружье. По данным источников полиции, у Ноткина была 4-я стадия онкологического заболевания. Он оставил предсмертную записку. Ноткину было 75 лет. Он дважды был финалистом премии ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий публицистической передачи». Трамп не теряет надежды на хорошие отношения с Путиным. Об этом президент США заявил журналистам на борту своего самолета. «Думаю, что у Путина со мной сложатся прекрасные отношения, и это будет замечательно для обеих стран», — сказал, в частности, Дональд Трамп. Он также считает, что Обаме не удалось добиться хороших отношений с Россией, потому что у него не возникло правильной химии с Путиным. «Не по зубам это было и Клинтон», — сказал Трамп. Билеты «Фласкарты» и «Общие вагоны» на 2018 год появятся в продаже уже 17 ноября. Оформить их можно будет в кассах вокзалов, агентствах, через терминалы, а также на сайте РЖД и в мобильном приложении РЖД пассажирам. Будут ли снижены тарифы, пока не уточняется. Напомню, ранее Федеральная антимонопольная служба потребовала снижение цен в «Фласкарте» на 10%. В результате билеты в «Фласкарт» с датами отправления с 1 января вообще убрали из продажи. Сбербанк признал свою вину в дефиците видеокарт на рынке. Извинения за это принес старший вице-президент Сбера Александр Ведяхин. По его словам, банк в массовых количествах скупал видеокарты для оснащения своей лаборатории по развитию искусственного интеллекта. «Эта работа закончена, и ситуация на рынке скоро исправится», — сказал Ведяхин. Впервые о дефиците видеокарт заговорили еще летом, в июне. В результате цены на них подскочили вдвое.
Россияне разгромили швейцарцев со счетом 6-2 в рамках финского этапа Еврохоккей-тура Кубки Карелла. Россияне сегодня провели второй матч на этом турнире. В первом они проиграли финнам со счетом 2-3. Завтра мы сыграем с чехами, финны с канадцами. Завершится Кубок Карелла тоже завтра. В нынешнем турнире участвуют сборные России, Финляндии, Чехии, Швеции, Канады и Швейцарии. Российские хоккеисты 6 раз побеждали на этом турнире. Доллар до понедельника 59.28, евро 68 рублей 98 копеек. Все, что важно, каждые полчаса. Спортивные события в режиме онлайн на Sport.fm. Дороги в Москве к этому времени практически свободны. Об этом сообщает портал Яндекс.Пробки. Его оценка по городу 2 балла. Сейчас только 5 баллов на внешней стороне Бульварного кольца. Самая большая пробка на внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. 6,5 километров. Еще одна большая пробка на внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до шоссе Энтузиастов. Здесь затор длиной примерно в 4 километра. Спортивный образ жизни. Это программа выходного дня «Спортлайф». Меня зовут Роман Щерба. Мы продолжаем прямой эфир на «Спорт-ФМ». Сегодня он длится до 10 вечера. До 9 у нас в гостях бронзовые призеры чемпионата Европы, вице-чемпионы страны в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин. Эмма Гаджиева, меня зовут Роман Щерба. Давайте ответим на вопрос, который уже не раз видел я в Вайбере, в WhatsApp, в наших мессенджерах и в ВКонтакте. Пара ли Александра и Иван? Но сделаем мы это после того, как Эмма проведет конкурс для ребят, которые в этой студии. Я не знаю, они предупреждены об этом? Нет, судя по удивленным лицам, не предупреждены. Будет хорошо. Дело в том, что у вас, насколько я понимаю, в следующем сезоне юбилей. Вы 10 лет вместе, да? Как танцевальный дуэт. Или мы сколько? 11 уже. 11 вместе, да. А как, а когда ты катался с Ильиных? Мне было 11 лет. А, 11 лет, понятно. Ну, в любом случае, это даже больше, 11 больше, чем 10. Соответственно, вы должны еще лучше знать друг друга. Эмма, ты подготовилась точно к конкурсу? Точно, я подготовилась. Можно начинать? Значит, смотрите, я буду задавать вопросы, а вы должны будете отвечать на них, но как бы за своего партнера. Давайте начнем. Иван, вот расскажи нам, какой любимый десерт у Александры? То есть программы «Давай поженимся». Узнаем друг друга. Блин. Поближе. Что такое? Я не знаю. Придумай что-нибудь. Тирамису. Тирамису Александра. Почему, почему я тоже подумал о тирамису? Это, может, это самое. А, да? Это единственный десерт, который знает мужчина. Тирамису первое, что необычно. Да, да. Какой любимый десерт? Так, угадал? Мне кажется, мамина шарлотка. Не угадал, к сожалению. Александра, а угадаете любимый десерт? Нет, я сейчас про его... А, шарлотка, да. А про тирамису-то он угадал? Ну, я думаю, что это одно из. Одно из, но самый любимый? Я сама не знаю, на самом деле. Любишь вообще сладкое? Иногда, да, очень прям хочется. Эх, ну иногда можно. Что насчет маминой шарлотки? 100%. 100%. О, молодец, вот девушка всегда знает больше. Любимый цвет? Воу. Откуда знаешь ты мне? Вот интересно, любимый цвет Александра или Ивана. Серый? Правильно? Да. Ой, молодец, молодец, молодец. Давайте поаплодируем Ивану. Вы так-то можете показывать друг другу что угодно, тут камеры стоят. Ничего не видно. Я просто это недавно выкладывала, поэтому. Ну, какой любимый цвет у Ивана? Иван черный, мне кажется. Да. Черный, да. Но у меня... Да, может, нет, конечно, нет. У меня 3 любимых. Я люблю классику прям. Черный, белый, да. И красный еще. И люблю. Красный, да. Прекрасно. В принципе, все эти красный цвета есть у нас. Красный на женщине, видимо, любит. То есть, белый, черный на себе, а красный на женщине. Так. А какое время года любит партнерша? Я думаю, лето, наверное, 100%. Нет. Нет? Не знаю.
Ой, закрыла глаза. Давай. Ну давай, давай. Мы верим, верим, верим тебе. Лето пусть будет. Молодец. Да, правильно, лето. Браво, браво, Александра. Мне кажется, тоже лето и Новый год. Лето, я обожаю лето. Почему? Что такого в лете? Я не люблю одеваться. Я люблю вот ходить. Вот прям в плавочках на улице вышел шортики, летом. И пошел на тренировку, да? Я ненавижу на себя напяливать. Не люблю холод. Следующий вопрос. Какая из вашей привычки больше всего раздражает Александру? Ну, не знаю, говорят у нас, учесать ухо. Что, что, это привычка может быть? Да, конечно, да. Это все что угодно, любая привычка. Я... Блин, такие вопросы сложные. Ну вот что? Так мы как-то так уже привыкли ко всему. Чего только не было. Что не особо обращаем внимание на какие-то такие. Ну, может быть, иногда я чересчур подлизываюсь, когда она злая. Вот, наверное, это... Ее злит еще больше. Да, да. Александра. Ну, это не привычка даже, я не знаю. Ну, как это... поведение, да, какая-то поведение. Черта характера, да. Ну, короче говоря, у меня есть ответ, пора или не пора, не, на этот вопрос. Нет. Нет. Ну, потому что... Молодец, но в очередной раз ты прав. Потому что, я тебе объясню, почему. Так. Вот ты не замужем, ты тоже об этом не знаешь. Потому что рано или поздно, со временем, какая-то привычка мужа или жены выбешивает так, что они, ты знаешь, ты можешь среди ночи проснуться и сказать, вот это бесит меня, сил нет. Не делай так, это все равно делай. Просыпайся, вот это очень бесит. Да? Александра, что вот тебе может раздражать Ивана? Я думаю, когда я без причины могу беситься, то очень бесит. Бесит, да, Ваня? Еще вдвойне. Еще вдвойне. Ну и последний вопрос. Любимый танец. Уж на этот вопрос точно 100% попадание должно быть. Любимый танец у Александры. Из наших программ или вообще? Вообще в жизни. Любимый танец. Вот что любит танцевать? Саша много чего любит танцевать. Вот больше всего. Ну, наверное, по духу ей больше, наверное, подходит классика. Вот. Балет? Да, ну да, она... Да, вот. Да? Ой! Она очень удивилась, что правильно ответила на этот вопрос. А что любит танцевать Иван? Ну, по духу ему, конечно, привычнее хип-хоп, наверное, что-то в этом стиле. Он, когда вот он отрывается, ему это по кайфу, да. Да-да-да, кивает, кивает. Значит, правильно ответила. Молодцы, ребят, на самом деле очень хорошо справились с этой небольшой игрой. Что касается танцев и вообще программ. В последнее время начала замечать, что фигуристы начали ставить уж какие-то очень мудренные в плане сюжета своей программы. Там Евгения Медведева рассказывает, что она играет девушку, которая пережила клиническую смерть. Я даже 3 раза это перечитала, думала, мне показалось. У Екатерины Бобровой с Дмитрием Соловьевым юноша, влюбленный в несуществующую девушку. Ну, тоже довольно такой сложный сюжет. Ужас, что? Прям, да? Ну да. Угу. Вот у вас что в программах? Вот в короткой понятно, там особо не разгуляешься, а вот в произвольной? Ну, у нас на самом деле все намного проще и понятнее, наверное. Ну, как вот с первого взгляда, да, у нас просто чистая такая, какая-то наивная, наверное, любовь, чистота, прозрачность. Вот, наверное, об этом наша программа. При этом вы не вместе, вы не нет, пара. Нет. А как вы показываете любовь людям? А ну, как вот актеры играют актеры в кино? Так вы тоже играете, так, да? 10 лет, 11 лет уже играете. Да. В том году был очень страстный такой произвольный танец. Он мне очень нравился. Александра как раз была в красном платье, которое ей очень шло. Это танго. Сшил его Иван. Ну, как минимум, следил, чтобы все было правильно. В этом году спокойная программа. Вот олимпийский сезон не хотелось, наоборот, тоже что-то страстное взять, яркое, запоминающееся. Типа, наверное, тектоник какой-нибудь, знаешь, такой танец? Не знаешь? Нет, покажешь после эфира. Я думаю, что... А не было вот... Я прошу прощения, что перебил тебя. Реально поставить какой-нибудь современный танец, который уважает молодежь. В прошлом году был
короткий танец хип-хоп, мы ставили хип-хоп, да. Ну, как бы очень многие пары ставили хип-хоп, потому что первый раз, вообще, по-моему, первый раз разрешили именно хип-хоп поставить на льду, и это все были очень рады, потому что это интересный опыт. Отрывались все, да, кто можно просто в том сезоне. А было запрещено, потому что не знали, как это оценивать? Да, и помимо этого еще очень много разных слов во всяких таких, ну... Песнях, да. Которые, ну и, в принципе, у нас пока... Которые надо запикивать, в смысле? Которые, ну, да, фильтровать, да. Вот, и в принципе, у нас судейство просто не молодежное, скажем так. То есть там в основном люди, ну, наверное, от 30, наверное, и... И старше. И могут, да, немножечко не так понять. Ну и да, для них какие-то вещи немножко непонятны. То есть тема уже не готова к тектонику, к хип-хопу, да? Ну, мне уже 56, конечно. Я уже, к сожалению, не готова. У нас в фигурном катании есть, вот как в футболе, Месси или Роналду. В танцевальных парах это канадский... Букин и, да, и Степанов. Это на другой вообще орбите, в космосе, где-то выше всех. А где-то чуть ниже есть канадский дуэт Лирчу Скотт Мойер и французский танцевальный дуэт Пападакис Сизерон. Вот вам кто ближе? Потому что они абсолютно разные. Канадцы. Да, со Скоттом. Канадцы. 100%. Прекрасно, прекрасно. Я вас прямо обниму после эфира, я согласна. Шикарные. В этом сезоне вообще... Это просто что-то бомбическое. Как побеждать будем? Как побеждать будем? Мы подождем, когда ребята уйдут. Мне кажется, вот они не уйдут. Они вернулись на свою третью Олимпиаду. Я не удивлюсь, если они вернутся еще раз через 4 года. Но что на самом деле самое крутое, что они вот возвращаются, и они все равно лучше всех. И это реально видно. А вообще. Они прям заканчивали? Да, они заканчивали, делали перерыв, и вот вернулись в этом сезоне. И я абсолютно согласна с ребятами. Их произвольный танец «Роксет» — это просто огонь. Кто не видел, посмотрите. Ну, а к слову, двукратных чемпионов мира французов Габриэла Пападакис и Гийома Сизерона, ребята, гости наши сегодняшние, Александра Степанова и Иван Букин, обыгрывали, когда были... юниорами, да, то есть тогда это было абсолютно реально. Вот сейчас, на данный момент, что произошло, почему они вот как-то стали, ну, давайте будем говорить честно, на ступеньку повыше? Ну, я думаю, на самом деле все очень хорошо, то есть помимо той огромной работы, которую они, да, сделали, очень хорошо все сложилось, потому что очень много пар ушло. И они вот в этот момент выстрелили со своей вот этой новинкой, которую они нашли для себя, и вот это их медленные, да, такие, ну... Стиль, это их стиль, да, такой. И вот они вовремя просто с этим выстрелили, и все как-то совпало. Несмотря на их, там, не знаю, огромный труд, да, и проделанную работу, еще плюс к этому всему... Все сложилось, да, в общем. Да, все сложилось. И это реально полюбили, это реально красиво. Пускай это сейчас, да, какой уже третий, четвертый сезон, может быть. Да, одно и то же. Кто-то говорит, да, что одно и то же, но на самом деле на это смотреть приятно. То есть если откинуть всякие вот такие вот мысли о том, что это одно и то же, но просто на это... Ну, лично мне приятно просто смотреть на это. Это красиво, это под музыку, это... На вас тоже очень приятно смотреть. Спасибо. Да, мы делаем небольшую паузу. У нас спасибо в гостях Александр Степанов и Иван Букин, бронзовые призеры чемпионата Европы по фигурному катанию. До зимних Олимпийских игр осталось 89 дней. Спорт-ФМ. Мы делаем спорт ближе. А сейчас «Спортлайф». Эмма, не ходите замуж, пожалуйста, вы огонь. Вы думаете, в замужестве станет иначе? Я переживаю за мужа Эммы в будущем. Эмма Гаджиева, я Роман Щерба. У нас в гостях бронзовые призеры чемпионата Европы, серебряные призеры чемпионата страны Александра Степанова и Иван Букин в танцах на льду. Говорим о фигурном катании. Еще минут 10 у нас есть на то. Далее прямой эфир на Спорт.ФМ продолжится. Будет много экспертов по Формуле-1, по конькобежному спорту. Поговорим обязательно о футболе и о наболевшем. О том, как вы сегодня выходили с трибун стадиона Лужники и негодованию нет
предела, пишите вы, я обязательно ваше сообщение... Что вполне понятно и объяснимо. Ну, естественно, полтора часа добираться до метро. Это безумие, когда стоишь на холоде, вот это все под дождь. Вы вообще, кстати, были когда-нибудь на футболе? Поэтому летом лучше. Нет, на футболе никогда не были. Ребята никогда не были на футболе, поэтому если у вас есть билетик на какой-нибудь суперматч, супердерби, опять-таки, можете подарить нашим ребятам, а сейчас можете дозвониться в прямой эфир и задать свой вопрос. 276-0932, 276-1932, код Москвы 495, набирать не забывайте. Удивительные вопросы приходят от мужчин. Удивительно. Вот, пожалуйста, подожди. Давай. Чем отличается тройка? Может быть, карта в метро? Потому что второе слово я не знаю. Так. Моухока. Моухок. Есть такое слово? Да, есть. Есть термин, да, такой? Да. Что это? Во-первых, тройка исполняется на одной ноге, то есть ты въезжаешь либо вперед, либо назад, и выезжаешь тоже либо вперед, либо назад. То есть, ну, как бы поворот такой, в полоборота, скажем так. А моухок, там смена ног идет, и ей одинаковые ребра, то есть вперед ты въезжаешь наружу, назад ты въезжаешь тоже наружу, но на другой ноге. Либо можно сделать внутрь-внутрь, либо можно сделать заднего хода. Ну, все то же самое. При этом нужна очень хорошая выворотность. Естественно, да. Поэтому это кто спрашивал? Вы хотите повторить на катке в Новый год, да? Будьте аккуратны. Значит, мужчины... Кирилл спрашивает. Кирилл, да. Наверное. Ребята вас научат всему. Смотрите фигурное катание. Вот Игорь интересовался про костюмы, а вот слушатель, который не подписался, к сожалению, интересуется, кто красит и причесывает фигуристок и фигуристов перед стартом. Ну, я думаю, что, наверное, Александра все-таки больше специалист в этом. Меня да. Саша причесывает. Ну, красит. Ну, да. Ну, я не то, что его крашу, я так подкрашиваю, просто чтобы он не был, может быть, там... Сопротивлялся вначале. Бледненьким, синячки там. Нет, никогда не сопротивлялся. Помню, когда он маленький только был, когда вот кто-то смотрел, проходил, он прям злился вообще... Ну, а там какие-то ребята проходили, там смеялись, грубо говоря, ну, он тоже такого возраста. Вот он злился, а так нет. Злился почему? Не нравилась тушь? Ну, а кому понравится, если мужчина сидит и его украсит, а тут ребятки какие-то проходят. Ну, знаете, проходят. Александра, есть мужчины, которые нравятся. Которым это нравится? Конечно. Но это нет. У меня в свое время была самая замечательная, не то, что замечательная, мне больше всего нравилось, когда меня припудривали, ну, где-нибудь там. Неважно, где, да. У меня есть с собой вот пудря, Ром. Вот эта вот кисточка, она прям просто идеально для лица, я считаю. Это приятные просто ощущения. Да, приятные. Видимо, вам так, нравилось, вас да. Убаюкивало это чуть-чуть. Ну, как сказать, раззадоривало, может быть, немножко. Что касается меня, тебя, то я сама крашусь, сама причесываюсь. Все это происходит в номере за несколько часов до выхода. Ну, кстати, на этапе гран-при вот пару недель назад. До стадиона, а от номера до стадиона как добираетесь? Нас возят в автобус. А, возят все-таки. Накрасилась там фурга такая. На стадион пришла такая красивая. На этапе гран-при, по-моему, кто-то прическу делал, косички такие заплетал. Это я. Сейчас вы имеете в виду? Да, вот пару недель назад. Такие косы были. На Ростелеком Кристина тебе делала. Кристина Астахова заплетала, мне, то да, есть делала. Прибегаешь к помощи в раздевалке. Девчонки, кто да, по прическам? Кстати, да, Кристина мне делала косичку, что на этапе, что в Финляндии она мне делала. Она давай, мне очень помогает. Да, давай спросим, насколько ребята у нас молодежные. Все-таки по 20 с небольшим лет всего. Так. Чем увлекаетесь в жизни? Какая музыка? Такая и книжки. Музыка. Ну, то, что по радио играет, то мы и слушаем, в принципе. Нет, это не ответ. По радио можно слушать Sport FM или другую какую-нибудь говорливую радиостанцию, где не играет музыка. Так что по музыке что? Я вообще меломан, то есть я все люблю. И рэп, и рок, и все что угодно. Ну, какой-то артист может быть больше всего. Ну, знаю, что Оксимирон, гнойный, в конце концов. Нет. Вот пристал, а? Не знаю, Оксимирон, по-моему, Ванька слушает. Там какой-то есть один трек, в котором мы, в принципе, по-моему, всей группой слушаем. Да, город мне... под подошвой. Монатик. Ну, много, на самом деле, мод. Но интересные есть песни у каждого из артистов. А потяжелее мне, что-нибудь? Наверное. Я Линкин Парк обожал. Ну вот.
Отлично, добился. Наконец-то 3 минуты пытаюсь узнать артиста. Так, Александр. Нет, я потяжелее точно, наверное, не люблю. Я больше такое что-то мягкое, нежное, спокойное. У тебя руки вверх. Нет, это Эд Ширан, наверное, вот его последняя, наверное, эта песня «Perfect». Алла Пугачева. Алла Пугачева, я да, люблю, на самом деле. Да, Алла Пугачева любят все. И Киркорова я очень люблю. Вот. Окей. И еще есть одна любимая песня. «Something», по-моему, она называется. Да ладно уже. Да ладно. Но она тоже, в общем, очень нежная и очень красивая. Эд Ширан, понятно. Есть у нас звонок. Александр дозвонился. Здравствуйте. Добрый вечер. Хотелось бы, ребят, спросить. Я вот занимался бальными танцами, и я хотел у них спросить такой вопрос. Как долго они в зале проводят времени над своими программами? Как долго они их прогоняют, прежде чем выйти на лед? Или, может быть, это параллельно происходит? Всегда было очень интересно, потому что в танцах на льду это очень важно, мне кажется. Спасибо. Спасибо большое, Александр, спасибо за вопрос. Да, спасибо за вопрос. Но конкретно с педагогами по бальным танцам мы проводим 2 часа, наверное, в неделю, то есть это именно в зале. Вот. Они могут к нам прийти на лед, поработать немножечко именно на льду, но в основном вся работа происходит в зале. И следить за этим наш хореограф, и потом что-то мы можем отдельно с ней поделать, как бы... Вот последнюю неделю мы почти каждый день работали с нашим хореографом Аленой Самарской и с нашим тренером Александром Свининым. Мы каждый день перед вечерней проходили как на старте, то есть за час приходили, разминались. То есть, достаточно много времени получилось в неделю. У вас в команде работает психолог, да. Я знаю. Вот это любому профессиональному спортсмену необходимо работать с психологом? Или и как давно вы вообще работаете с ним? Жанна с нами работает уже год или 2. Нет, она работает с нами намного дольше. Просто когда есть необходимость, она появляется. То есть нет такого, что она... Вот к нам приходит, и все, ребят, давайте, значит, вот это, вот такие... Черный плащ, представляешь, да, то есть, если у тебя есть... А у вас проблемы? Если есть какая-то необходимость, то ей всегда можно позвонить, что-то сказать, выговориться. То есть я не могу даже на самом деле назвать ее психологом, потому что у нас был до нее еще психолог, это было абсолютно по-другому. То есть она наш друг, даже, не знаю, даже больше, чем друг, она может принять абсолютно все. Вот ей можно сказать абсолютно все, посоветоваться, спросить. Да, она для меня очень близкий человек. Здорово. У нас буквально 2 минутки до окончания эфира. Вот от каждого пару слов. Вот чего желаете сами себе и чего вот хочется в дальнейшем? Хочется расти от каждого старта к старту. Хочется показывать каждый старт что-то новое, расти еще... Не только как пара, но и как вот внутри подходить к старту совершенно по-другому. Хочется выходить и получать удовольствие такое же, как мы получали здесь, в Москве, 2 недели назад, потому что приветствовали, поддерживали, супер, было классно. Мих спрашивает, если бы вас решили послать на чемпионат мира по классическим танцам на паркете и дали пару месяцев на подготовку, не более смогли бы... Ли вы там достойно представить Россию? Или это невозможно в принципе? На классическую не знаю, а вот когда мы занимались еще в начале сезона латиной и танцевали не наши программы, а вот именно их, то мы кайфовали, и даже педагог сказал, что вы, ребят, молодцы, очень круто. Не хотите на чемпионат мира? Давайте словами педагога завершим наш сегодняшний эфир. Ребят, молодцы, очень круто. Спасибо вам огромное. Вам без травмы удачи на ближайших стартах обязательно во Франции, а далее... Чем черт не шутит, почему? И на Олимпийских играх. Я к тому, что мы можем там не оказаться просто всей стороной. Окажемся! Что это за... Злишь меня сегодня. Все будет хорошо. Ребятам желаю удачи. Огромное количество сообщений о том, что любим, ценим, желаем всего самого прекрасного, без травм, удачи во Франции. И очень надеются на то, что вы попадете в финал Гран-при наконец-таки в этом сезоне. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что у нас в гостях были... Фигуристы, танцевальный дуэт, бронзовые призеры чемпионата Европы, вице-чемпионат.